В Брянской области России пожаловались на уничтожение пусковой установки Си-300. По неподтвержденной информации, беспилотные летательные аппараты сбросили взрывные устройства на позиции российской Минобороны. В результате была выведена из строя установка Си-300. Мощные взрывы прогремели утром в четверг 29 декабря в Белгородской области, а также во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму. Местные власти сообщают о работе систем ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, пишет он. При этом Гладков добавил, что один из фрагментов ракеты упал на развязку автодороги Комсомольский-Майский, в результате чего произошло возгорание травы. По его словам, пожары уже потушены.